Сегодня в 4 часа полудня случилось страшное происшествие в станице. Местный варвар разграмливал, раздалбливал, разламывал местный старый сарай. Но его поймал местный отряд полиции, проходивший мимо. Положен штраф за порчу имущества поселения. Давайте посмотрим, как же это было. После задержания данный варвар продолжил свою деятельность и начал разрушать стену снова. После задержания камеру в старом сарае убрали, но она осталась во второй старой комнате, и она записывала звуки избиения стены. Вот, дорогие друзья, мы находимся на месте происшествия после случая. Значит, после того, как его поймали, отряд полиции, он снова сюда вернулся каким-то образом. Неизвестным его ищет полиция, он не находится не в поселении. Он продолжил свою деятельность, так сказать, разгромил здесь все и прорубил дырку в соседнее здание. В соседнюю комнату хаты. Это бывшее здание администрации. Сейчас оно находится в плачевном состоянии. Это мастерская местного мужчины. Вот. Как видно было на камере, здесь он достал свой лом отсюда. Вон там дырку он тут сделал. Здесь орудовал. Здесь где-то стояла камера вроде бы. Тут где-то. Вот. Он ее не заметил каким-то, я не знаю почему. Ну, хоть и здание старое, ветхое, но все равно здесь камеры стояли даже в той самой комнате. После того, как его поймали, камеру сразу оттуда убрали, потому что, ну, не видели смысла. Ну, убрали и убрали. Зачем, не знаю, хотя могло такое вот произошло уже после того, как камеры там не было, после этого там. Вот, и звуки были слышны на этой камере, которая стояла как раз-таки где-то здесь. Тоже ее убрали, видите? Куда-то это все дели, непонятно. Вот. Такие происшествия происходят. Хата, надеюсь, сильно не пострадала. Сами видите ее состояние, но мы... вот там тоже дырка, кстати, находится. Еще одна. Вот, поэтому постепенно хата саманная падает. И вот тут что-то начали то ли делать, то ли реставрировать, то ли красть. Саман неизвестно. Но здесь уже три дыры. Вот саман, который нападал со стены. Да.